have. Just a second. Для меня это очень хороший шаг вперед для развития. Я был в Академии ЦСКА в маленьком возрасте и очень рад вернуться. Ну что, добро пожаловать, родные пенаты. Еще раз. Да. Поэтому уверен, что все получится. Следили, смотрели, наводили справки. Перед последним туром мне брат сказал, что есть вот такой интерес, но не сказал ничего конкретного. А потом, когда уже в отпуск перешел, в отпуск у нас начался, уже сказали, что есть активный интерес. И долго не думая, честно говоря, сразу согласился. Сейчас какие планы, как отдохнуть планируешь? Полечу через 2 дня до Пакистана. Домой. Самый лучший отдых. Когда уходил, честно говоря, очень полюбил клуб с Академией, я имею в виду. И такая цель была, то, что хочу сюда вернуться. Так получилось. Вернулся. Из Академии ЦСКА сейчас с 2001 года, по-моему, в основном составе никого нет. А с ребятами, которые там играли, да, некоторыми держу общение. Номер уже определили? Нет. Номер вообще первее всего определили. Почему? Понравился. Когда был в Академии, мне очень голове нравился. Я играл тогда в центре поля в Академии. Поэтому на него всегда акцент делал, очень нравился как футболист. Я хочу стать важной частью этого клуба, помочь ему в достигании целей, которые всегда высокие в этом клубе. И буду работать, чтобы все это исполнилось.